Всем привет, дорогие друзья, мы продолжаем проходить Ведьмака. В прошлой серии мы завоевали себе свободу, я вижу ассасина. Представители старшего народа, ремесленники, простолюды и художники. Стопэ. Саламандры просто так себе спокойно ходят. Чё они тут ходят, никто не знает. Ассасинчик. Ты смеешь бросать вызов саламандрам? Не только. Я смею их просто вот так вот резать, как сучек. Так, давай сюда свой меч. О, ещё один ассасинчик. Умри, дерьмоед. Это все? Я думал, будет сложнее. Так, а что за меч-то? Фу, этот говномеч. Не хочу. А что у меня за меч? У меня такой же. Не-не-не. Топор, я хочу топор. Почему? А, это вместо факела, наверное. Да, топор. И все, да. Ну да, получается так. Ну тогда давайте заберем этот меч. В любом случае, я собирался его продать. Че у тебя есть? Фиштех. Денюшки. Фиштех — это местная наркота. Забавно. Недолго пришлось мне ходить, чтобы все-таки найти товарищей. Хотел Саламандр. Хотел я встретить того болвана, который связал сбрасывание змеиной кожи с возрождением, а потом с медициной. А? Да, есть такая ерунда. Ничего не сделаешь. Символ есть символ. Доска объявлений. Что тут такое? Срочно требуется умелый медик. Окей. Живенько! 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 Ёпта. Придурки! Вы больше пугаете людей, чем их защищаете. Так, что тут есть? Городской стражник. Где-то тут была таверна. Ну так, просто, навскидочку. Вывеска. Что это за вывеска? О, оружейники. Оружейники. Это круто. Невероятно. Оказывается, даже в Изиме есть плохой район. Да есть, есть. Это лучший район в мире. Вообще, Кармен. Ужасная погода. Э? Что? Что-то было? Кармен. Хочешь немного расслабиться? Только немного. Но это уже от тебя зависит. Подожди, там кто-то дерется. Хорошо. О любви. Подожди. Ну ладно. Я не поэт. Покажи мне форму. Не так быстро. Мы еще только познакомились. А? Что? До встречи. Подожди. Тут... А я не помню, как переключаться между мечами. Вот и он. Ты куда это? Вы видели, он просто ушел. Вот сука. Ладно, давайте качаться. Есть у меня 3 бронзовых таланта. Так, восстановление здоровья. Ну это херня все. Ловкость, есть что-то новое? Нет, тут все на серебряные таланты надо оставлять. Выносливость. Иммунитет к ядам. Очень хорошая штука. Берем.
Так, это что? Ну, это ерунда. Действие алкоголя, ну, не особо интересно. Это тоже такое себе. Игни. Вот Игни бы прокачать, но сюда 2 очка аж нужно. Сейчас мы посмотрим, что тут еще есть. Так, повреждение. Это все прокачано, тут кровотечение, сюда нужен... А, просто необходим... А, ну это, блин, только... Что это такое? Только если менее 15%. Ну это интересно, но это не критично. Ну быстрый стиль. Чё по быстрому стилю есть? Вот это удобно, 25%. Вот это уже ближе, но... Всё-таки не то. Боль плюс 40, боль плюс 30. Ну это интересно, в принципе. Подсечка. Групповой стиль. Повреждение, нокаут. Действует только в бою с минимум 3 противниками. Неплохая штука. Так, ну кидаем в повреждение, значит. И ну вот сюда, в нокаут. Сейчас еще посмотрим. А, я же еще серебро не качал. Вот это, блин, плохо. Боль. Вот давайте повреждение. Ого. Действует только если противник ослеплен. Но это ерунда. Вот сюда в повреждение вкинем. На быстрый стиль. И вот как раз к рассвету. О, хорошо. Доска объявлений. Контракт на плавунов. Контракт на собак. Контракт для работы на ведьмака. Альгулей. Эхинопсов. На волков. Берем все, проще говоря. Так, теперь нам нужно продать лишнюю херню, такое типа вот этих мечей, лишних всяких, там топориков этих, и забрать свою снарягу. Рыцари ордена, плакаты. Где тут оружейная? Чистильщик обуви, вывеска. Где тут оружейная, ёпта? Лечебница, дом краснолюда, дом Калькштейна, купец, антиквар. Ладно, хер с ним, пойдем к детективу. Что там? Что, показалось, что? Да, бывает. Вот это ведь дом детектива, да? Как его? Реймонд. Детектив Реймонд. Хороший человек на самом деле. Только ему в жизни не повезло. Он мне очень сильно напоминает персонажа из фильма «Менталист». У них судьбы похожие. Детектив Реймонд, подъем. Ну-ну, и кто у нас тут? Я Геральт из Ривии. Воин, равных которому нет. Легенды опережают тебя. Чем я могу помочь? Мне нужна информация. Я пришел по правильному адресу. Хороший вопрос. Раньше я работал на адвокатов Кадрингера и Фенна. Доволен? Эти имена мне ничего не говорят, но будем считать это за рекомендацию. Ты профессионал. Ты должен понимать, что у информации есть своя цена. Я заплачу. Внимательно тебя слушаю, Белый Волк. Так, меня интересуют саламандры. Меня интересуют люди со значками в виде саламандры. Да, я знаю кое-что про этих ребят.
Но прежде чем я продолжу, мне хотелось бы знать, почему тебя интересует это дело. Азар Евет, тебе это имя что-нибудь говорит? Я его уже слышал. А почему ты ищешь Еведа? Скажем так, у моего башмака запланировано свидание с его задницей. Нормально. Обычно я продаю информацию, но тебе я расскажу кое-что бесплатно. Я уже некоторое время работаю над делом «Саламандр». У меня есть кое-какая информация. Продолжай. Продолжай. Возглавляет их Азар Явед, зириканский колдун. Он очень опасный противник, мне никак до него не добраться. У него связи и ресурсы, позволяющие влиять на ситуацию в городе. Знаю я про его способности. Еще что-нибудь? Я думаю, они планируют какую-то масштабную операцию, возможно, политическую. Золото им нужно лишь для того, чтобы смазывать колеса. Они проводят генетические эксперименты, опасные. У обычных головорезов нет необходимых знаний и средств для этого. Кто работает на Еведа? Есть мысли? Капитан Стражи. Человек, который закрыл расследование и пропадает где-то целыми ночами. Так. Может быть, тебе удастся вытащить из него информацию? Я попробую. Это все? Городская стража задержала человека, у которого есть важная информация. Стражники? Где? В тюрьме? Да, это наш шанс. Найди способ допросить этого пленника. Есть. А пока что узнай у стражников все, что сможешь. Нет проблем. Люди очень любят изливать мне душу. Ха, эта информация может оказаться бесценной. Удачи. Хорошо. Ты знаешь что-нибудь про пленного Саламандру? Возможно, один из лидеров. Но в этом городе стражники ловят мелюзгу. Крупная рыба не попадает в их сети. Точно мы будем знать, когда ты его допросишь. Хорошо. Посмотрим. Еще одно. Кажется, за тобой следят. Что предлагаешь? Пережди какое-то время здесь. Пусть понервничают. Удиви того, кто хочет удивить тебя. Я уйду в полночь. Да, без проблем. Блин, ну я только дождался утра, ну ёпана мать. А ведьмак не спешит. Должно быть, ушел через другой ход. Что ж, неважно. Полагаю, западня расставлена. Конечно. Займись делами в купеческом квартале. Делом займется наш лучший агент. Здорово, пацаны. А ее понамать. О, ассасинчик. Ну чё, как дела, ассасинчики? Насосали? Блин, да они все тут наркоманы поголовно, ёпта. Живут фиштехом. О, голова. Это приятно. Так, стальной темерский меч. У меня такой же. Стальной темерский меч, стальной темерский меч. Говно. Ну да ладно. Это все или будут еще какие-то? Я думаю, это все. Вот, тут есть собаки. Давайте захуячим собачку. Там у меня было что-то на собак. Мститель.
Так. Вроде все. А что мне надо? Мне нужно попасть к Юзу. Мне для начала нужно бы найти... Блин, да чё ж ты крутишься-то? Мне для начала нужно найти место, куда бы можно было впарить оружие. Дверь открыта. Ассасинчики, смотрите-ка, прут из этой двери. Умри, дерьмое. Ладно. Краснолюд, спасибо за помощь. Я не собираюсь тебя убивать. Я не хотел, честное слово. Вот тебе. Прости, я не хотел. Бог видит, я не хотел. Сука, ассасин. Куда ты побежал? Я здесь. Конченый. Ладно. Что тут у вас есть? Фиштех. Блин, я уже почти полные сумки набрал. Вот дом кузнеца. Надеюсь, он со мной поторгует. Кузнец. Ночь на дворе, никто не работает. Уходи отсюда. Спасибо. Спасибо, помог. Добрый человек. Эх, блин. Ладно. Столько лута лежит на улице, а ты... Нехороший человек. Не хочешь мне помочь. Ладно. Давайте подождем до утра, опять же. И чё? О, я знаю, что мы будем делать нынче. Ты, головарь бандитов, ёпт. Это наша территория, вали. Ой, забыл спросить, забыл. Простите. Так, давайте набьем морду местному крутому бойцу. Так, сохранение. Трактирщик, официантка, это нам не сюда однозначно. Во! Будешь драться или смотреть? Кто тут? Кто тут у вас крутой? Масляный Боб. Что? Здорово, а ты, Боб. Ты, похоже, умеешь драться на кулаках. В свое время одержал немало побед. А что? Я победил толстого Фреда. Теперь ищу себе другого противника. У тебя что, проблемы со всеми толстыми людьми? Да. Да. Надеюсь, ты не слишком привязан к своим зубам, потому что ты только что разозлил масляного Боба. Да. Успокойся. Так какова ставка? 75 аренов. Да. Я буду участвовать. Давай, Бобби. Что-то ты вообще какой-то никакой. Бобби, ты чё? Будь попроще. Ух ты! Что случилось? У меня в глазах двоится. Я выиграл. Плати. Бери, что пожелаешь. Две бутылки настоя мандрагоры, золотое ожерелье или 150 аренов. Орены. Я возьму золото. 150 аренов. На, развлекись. Так, кулачный боец. Вызова? Страсть, как хочется врезать кому-нибудь. Ну ты.
Хочешь? Да, хочу. Давай за 15. Я тебе посмотрю. Да, давай, 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 давай. Дерешься, как баба. Ну да. На. 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 Да. Если у вас тут вожатый такой слабак, то чего я ждал от вас вообще? Твоя... Кулачный боец. Хочешь в дра... Боец! Давай. Давай за 20 золотых. Я тебе за... Посмотрим. Конечно, давай. Выходи на бой. Что я собиралась делать? Ух ты! Дерешься, как баба! Че, не нравится, что ли? А по-моему, тебе входит. Там можно еще прокачать, короче, в силе. Но там, по-моему, зарядка ударов. Там можно, типа, держать кнопку и бить посильнее. Ну... Не думаю, что это важно. Забирай свои деньги и оставь меня в покое. Кулачный боец. О, сильный кулачный боец. Приветствую. Да, 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 буду драться. Мы будем с тобой драться за... За 30... Давай за 40. Будет интересная драка. Готовы? По местам. Мать собачья, ты знаешь, какой у него удар тяжелый. Я тебе морду разобью! Страсть, как хочется врезать кому-нибудь. Чё-то ты никакой. Вот это настоящий чемпион. Чё-то ты никакой, товарищ. Ей-богу. Неплохо. Не стыдно проиграть беловолосому. Страсть, как хочется врезать кому-нибудь. Ну чё, всё? А тут у вас еще какой-то товарищ. Дай лежит. Мне поспать. Ну спи, 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 спи. Не буду тебя трогать. Трактирщик, мне нужно до утра. Ну? Ты рассмеш... Ого, острый язык. Ну, добрый человек, чего тебе достать? Ты это самое. Комната есть? Я хочу отдохнуть. Свободная комната есть? 5 оренов. Сука, не пойдет. Не пойдет. Как хочешь. Прощай. Не, все гораздо проще, на самом деле. О, там еще какие-то люди есть, смотрите. Могила и кирпич. Давай кирпич. Ты кто такой? Зовут меня... Чем ты занимаешься? Я торгую всем понемногу. Путешествую туда-сюда. Куда, например? Ну, недавно на болото. Но тебе-то какая разница? Просто интересно. Хочешь чего-нибудь купить? Да, почему нет? Покажи свой товар. Фиштех, ну понятно. Хочешь? Значит, ты должен что-то знать. Давай выпьем. Давай выпьем. А у меня нету чё пить. У меня все отобрали. У меня ж все отобрали. Видел когда-нибудь знак саламандры? Оставь меня в... Но... Отвали! Ясно. Но это предсказуемо. Могила. Что тебе нужно, выродок? У меня есть к тебе вопросы. Ты забыл, с кем говоришь? То Мне есть? Мне достаточно крикнуть, и ты не успеешь посчитать до 3. Как тут будет дюжина молодцов, которые сделают из твоей задницы большой каньон. Ты не успеешь посчитать до 3, как будешь трупом. Ну надо же! А волчонок умеет рычать. Может, он еще кусается? У меня ну тут давай. Одно мокрое дельце намечается. Подсобишь? Ха. Я презираю таких, как ты. Я презираю таких, как ты. Презрение, волчонок. Это привилегия образованных. В остальных это признак соплячества и невежества. Да? Плевал я на твою детскую наглость. Чё надо?
Шоколада, блядь! Да, пошел нахуй! Уёбки! Ладно! Чё, пошли отсюда? Переночуем на улице. Чё тут у вас, костер работает? Работает. О, чё, и новые таланты даже появились? Круто! Так, чё бы-то ещё прокачать такое? Атака плюс 100%. Это хорошо. Броня противника, кровотечение. Да. А групповой стиль? Мне нужен групповой серебряный стиль. Точный удар, нокаут. Давай, повреждение. И куда еще? Ну вот атака 40% плюс точное попадание 25% и увеличение урона. Да. Буду качать, в принципе, два стиля, потому что против мутантов это лучшее дело. Против вот больших мутантов надо будет, конечно, вкинуть сюда пару очков. Но это не так критично. Так, сила. Что у нас по силе? Вот сюда бы еще одно очко вкинуть, но это когда будет. И все, в принципе. А по алхимии что? Во, масло от призраков. Так, а чё, у меня есть же какие-то... Клык зверя, например. Масло от падальщиков. Херня. Масло от призраков. Ну, тоже херня. То есть мутагенов никаких нету, да? Для этого нужен глаз химеры. Печально. А чё у нас там по этому, по... алхимии. Увеличивает вероятность извлечения ингредиентов, позволяет делать бомбы, позволяет проводить ритуал очищения в местах силы, открывает доступ к четвертому уровню знака. Вот такой ерунда, в принципе. Так, давайте до рассвета. Ну так. Нужно продать лишнее вооружение и забрать мое вооружение. Подъем. Так, все, побежали. Потому как что-то не хотят со мной торговать. Точнее, они не появляются. О, оружейник ордена. Стой. Ты тот, о ком говорил Зигфрид? Да, это я. Зигфрид, это тот рыцарь из канализации? Будь я проклят, это ты. Как Атрикс тревожил нас уже некоторое время. Я слышал, бой был трудным. Ну да. Ничего особенного. Молодая особь быстро погибла. Что у тебя за дело? Торговать хочу. Могу я купить у тебя что-нибудь? Конечно, друзьям Зигфрида мы всегда рады. Если хочешь что-то купить, поговори с моим подмастерьем. А я занимаюсь перековкой оружия и особыми заказами. А, то есть ты полезный чувак, да? Это хорошо. Сколько ты? 40 монет возьмешь за этого, да? Вот ты купец. Привет. И подмастерье. Сударь, я... Можно взглянуть. Как пожелаете. Вот она. 5000. Блядь. Какая она хорошая, а? 40 монет. Держи. Так. Больше ты, в принципе, ничего не берешь. Мне из этого всего, Б, понадобилась вот эта руда. Она неплоха. И броня, само собой, разумеется. Но броня стоит целых 5 штук. Где мне взять столько денег, я не знаю. Ладушки. Все, пошли. О, Деклан Леуварден. Чувак. Старый друг. Снова ты? И как тебя только в город пустили? Ты да. Купец Леуварден? Ну да. Давай поговорим. Да? Так,
Я похоронил твоего друга. Я похоронил твоего друга. Какой печальный конец. Быть похороненным в какой-то забытой всеми деревушке. Бывает. Это были подобающие похороны. У него даже есть собственный саркофаг. В таком случае я с чистой совестью отправляюсь в Изиму. Ты ничего не забыл? Но. Да, конечно же. Вот твои 200 аренов. Благодарен. Так, теперь пошли к... Куда? Наказание Божье. Не знаю. А, точно, забирать свое оружие. Заодно поговорим со стражниками. А куда же идти? Где-то это здесь все было. Не помню. Дом Тайлера. Вот, дверь в темницу. О, тут и Винсент, тут и Юз. Но для начала я заберу... Ах ты, сука. Так-так, ты убил Кокатрикса. Именем короля Фольтеста я объявляю тебе помилование. Наконец-то закончится этот маразм. Забирай свои вещи, пока я их не продал. И не забудь о награде за голову Кокатрикса. Винсент целыми днями ждет такие трофеи. Тишина. Наконец-то я смогу отдохнуть. Давай, ведьмак. Забирай свои манатки, а я пока посмотрю, что мы тут конфисковали. Очень неплохой товар. Наркот. Король тебя, конечно, отпустил. Но соблюдать карантин тебе все равно придется. Что ты хочешь этим сказать? Тебе нельзя выходить из храмового квартала. Ты это серьезно? Хочешь убедиться? С вас, ведьмаков, нельзя спускать глаз. А я не так давно слышал что-то про равенство и братство. Наверное, придется переучиваться. Да, ведьмак. Так. Я могу доказать, что убил Кокатрикса. Впечатляет. Награда за него составляет 400 аренов. Ты их заслужил. Давай сюда. Теперь пленник. Говорят, у тебя есть пленник из Саламандр. Может быть и есть. А тебе какое дело, ведьмак? Я бы хотел... Информации ты не получишь. Не смей подходить ко мне и к моим людям. Да? Ну смотри. В твои задачи входит борьба с чудовищами. Да, но я бы не стал тратить на это своих людей. Я заплачу каждому, кто убьет чудище. Приноси подтверждение, и все. За каких монстров больше всего платят? У меня в бюджете есть деньги на награду за Кокатрикса в каналах и за хищное растение, убивающее людей на болотах. Хорошо. Разберусь. 400 воронов. Хранилище. О, да. Ведьмачий меч. Да, блин, всякого говна тут навалом. Ладно, забираем все, что влезет. Химера. Книжки, говорят, где-то можно продать, поэтому пускай будут. Вот бутылки с водой. А что, нельзя их выложить? Плохо. Тогда вот эти бутылки с водой я выкину. Так. Уже лучше. Забираем вот это. Душа пса-призрака. Записки содержатся. Вот оно чё. Как раз то, что нужно. Книга ласточки в свитке ведьмачьих микстур. Удобно. Удобно. А это что? Глаз химеры. Такое себе. Конечно. Ну, давайте заберем. Что тут можно забрать? Селитра не особо нужна. Масло. Гусиный жир. Алкоголь средней крепкости. Так, ну вот книгу ласточки, пожалуй.
Это глаз Химеры. То взял. Ну ладно, хер с ним. Пускай лежит. Оно никуда не денется, я думаю. Юс! Вообще! Вообще! Обдолбался! Черт! Забористая штука! Какая штука? Не твое дело! Я просто... Ясно. Почему профессора выпустили? Почему профессора освободили из тюрьмы? Саламандру-то? У него могущественные друзья. Пусть это будет для тебя предупреждением, ведьмак. Не доставай тех, у кого больше власти, чем у тебя. Нормальный. Считаешь, мне стоит походить на городских стражников и выпускать преступников каждый раз, когда какой-нибудь влиятельный придурок достанет кошелек из кармана? Замолчи. Ты все еще под наблюдением. Кроме того, это было совершенно законно. Кто-то внес за него залог. И кто же этот неизвестный благодетель? Не знаю. Деньги перевели из краснолюдского банка Вивальди. Проследить невозможно. Разберусь. Хватит. У меня и так могут быть серьезные неприятности из-за этих разговоров. Смотри, что я тебе принес. Где мой фиштех? От хорошего фиштеха я никогда не отказываюсь. Ну вот. У кого вы конфисковали ведьмачий меч? Таллер, скупщик краденого. Он иногда сюда приходит. Надо же ему как-то зарабатывать на жизнь. Честно говоря, мы с ним неплохо ладим. Перед тем, как мы выпустили профессора, Таллер и Винсент разговаривали во дворе. Скупщик краденого разговаривал с Винсентом перед тем, как я спустился в канализацию. Подозрительно. Но... Это явно непростое совпадение. Это меня Таллер продал. И где мне искать этого Таллера? Я отмечу тебе место на карте. Но не убивай его. Нам с ним еще дела вести. Хорошо. Лучше бы тебе когда-нибудь покончить с этой привычкой. Может быть, но явно не сегодня, ведьмак. До встречи. Ёпт. Шутники. Ладно, пошли к Таллеру. Где тут он живет? Где-то тут я видел. А вот, дом Таллера. Что-то за элик у меня поставился. На быстрый слот, на хоткей. Кошка? Кошка — это неплохо. Пурга. Скорость реакции увеличит вероятность отразить удар. Хорошая штука. Кошки еще две штуки. Удобная херня. И ласточки 6 штук. Хорошо. Старый стеллаж. Пончик. Таллер, подъем. Я... А чем торгуешь? А всем. Ну так что, будем рожи корчить или у тебя... Да-да-да, у меня чертово дело. Но сначала товар. Сначала ты берешь вот это. Сука, дешево. Ну ладно. Похуй. Руна солнца. Магическая руна, которую можно нанести на лезвие серебряного меча. Удобно. Но не мое. Слишком дорого. О, 3200. Так я богач. Ну, блин, мне, конечно, копить еще и копить до брони, но тем не менее. Вот эту рунку мне бы выцепить. Хотя мне еще одна нужна, красная. А красной у тебя нету, правильно? Правильно. Что ж. Судебная медицина. Трактат. Интересно, хотелось бы почитать, но как-нибудь. Книга и Волги. Так, давайте прочитаем те книжки, что у меня есть. Это что? Контракт на гулей. Есть такое дело. Путеводитель по Вызиме. Есть такое дело. Письмо этому рыцарю. Да-да-да, было. Глаз Химеры, это уже давно можно выкинуть. Душа пса.
Серебряный талант, да? Круто. Правда ж? Правда ж серебряный? На-на-на-на-на-на-на-на. Что? Где я это читал-то? Да, серебряный талант. Ей! Это круто. Это мне поможет, явно. Так, ну что, Талер? Ну так что... Теперь мы давай поговорим с тобой. Ну, про ведьмачий меч. У тебя дома стражники нашли меч ведьмака. А тебе-то какое дело? К тебе приходил еще один ведьмак, Беренгар. Этот долбанный меч не его. Откуда ты знаешь? У меня есть другое имущество твоего дружка, а меч не его. Другое что за имущество? Да, причем не меч. Дошло? Может быть, его обоссанные подштанники, например. Откуда меч? И все же, откуда у тебя ведьмачий меч? Может, скажу. А что с этого буду иметь? Я не перережу тебе глотку, как свинье. Это честная сделка. Я купил его у одного мазурика в таверне под кудлатым мишкой. Описать его сможешь? А зачем описывать лучшего игрока в кости в этом городе? А? Наш выдопердающийся чертов фокусник. Ясно. Откуда вещи у тебя, Беренгаровы? Как у тебя оказались вещи Беренгара? Ты упрямый, как стадо ишаков. Купил у посредника. Где мне его найти? Нет, ну так. Ты не понял. Ты не понял. Мне не нужен твой посредник. Мне нужна информация о Беренгаре. Тогда, блин, меня не спрашивай. Твой ведьмачок работал на алхимика Калькштейна. Эту информацию ты получаешь бесплатно. Но остальное по нормальной цене. Да? Как у тебя оказалось? Ты упрям... Где мне... В кудлат его... О, кирпич! Раскололся. Так. Что? Что еще? Ты играешь? Играешь? Да я сам... Сыграй. Не смеши меня. Наберись. О, жалкий любитель. Да пошел ты в жопу. Тоже мне профессионал. Так, у Калькштейна нужно узнать про Беренгара. Плюс основная зацепка ведет меня в банк краснолюдский. И что еще? Что еще-то, ёпта? Садовник. Больничный сад. Кажется, тебе нравится то, что ты... Нравится? Я люблю растения и хорошо их знаю. Но жизнь я провел в кровопролитии. Кровопролитие. Нечем тут гордиться, но я наемником был. Ясно. Я пришел по объявлению. Я пришел по объявлению. Ты похож на воина. Убьешь для меня несколько эхинопсов? Конечно. Да. Принеси мне его корневище как доказательство. Идет. Так. Может, ты в кости играешь? Может, ты играешь в кости? Не так часто. Это все... Так, ну давай. Давай сыграем. На пятерочку. Погнали. Пара есть. Херово. Но у него еще хуже. Давай. Да ёпана мать. Высшая пара, да? Я провтыкал. Чё у него там выпало, ну ладно. Да, у него высшая пара, у него пара четверок. У него пара единиц, поэтому. А может, повезет? Да? Смотрите. Да ты мать твою! Как ты это сделал? Блюдошный. Ладно. Чё там?
Лечебница Лебеды. Сюда привозят всех жертв чумы Катриона. После этого им дорога только в Старую Вызиму, а потом в ад. Понятно. Слышь, товарищ, я могу войти? Проход воспрещен. Я иду внутрь. Внутри заразные больные. Смотри. Пустая трата времени. Че, насрать, да? Я иду внутри. Ладно, ладно. Сколько ты хочешь? Ладно, проходи. Ну вот, видишь. Можно договориться. Так, лечебница Святой Лободы. Лебеды. Так, ладно, хер с ним. Алтарь Мелитель. Давайте сюда положим еды. Сефирот от. Сефирот Бина. Сколько я там сефиротов тех получил? Ёпта, у меня был один, я получил 3 штуки, да? От, Бина. Ага. Я не помню просто, зачем они нужны. Такая ерунда. Ну ладно. Совсем нет сил. Амела получена. Давайте еще что-то туда покидаем. Амела. Ну то есть больше ничего не дает, да? Амела. Окей. Кто тут есть-то? Шкафчик, больной мужчина. Мы все умрем. А нафиг я сюда пришел? Совсем нет сил. Ты выздоровеешь. Обещаю. Ладно. Надежды нет, мы все умрем. Ну, рано или поздно. Все нормально, все хорошо. Жизнь идет своим чередом. А так. Неизвестное растение. Но эти, они не вла... Золтан Хивай. Ба, кого я вижу? Ведьмак! Золтан Хивай собственной бородатой персоной. Рад тебя видеть. Тебе таки удалось пробраться в город, Геральт. Да. Отлично. В Вызиме всегда полно работы для ведьмака. А ты, Золтан, как ты сюда попал? Мерзкие нелюди всегда найдут способ пробраться в дома людей, нарушить их покой, насыпать песку в жернова на мельницах и в шестерне на фабриках. Хватит язвить. Послушай, Золтан, я хотел кое о чем поговорить с тобой. Говори, что у тебя на уме? Я ищу хорошо оплачиваемую работу. Говорят, на лодочной станции на болотах чудовища совсем расшалились. Все только и делают, что жалуются. Сделаю. Начиная с лесоторговцев и заканчивая мелкими купчишками. Как ты думаешь, они готовы заплатить ведьмаку, чтобы тот избавил их от опасности? И с кем мне стоит поговорить по этому поводу? Обратись к Леовардену. Он рыбешка крупная, скупиться не должен. Ясно. Ты найдешь его на пристани. Он следит там за погрузкой и разгрузкой товара. Спасибо, Золтан. Спасибо, Золтан. Я подумаю над этим. Говори, что у тебя? Так, что ты слышал о банке Вивальди? Ты ничего не слышал о банке Вивальди. Банке Вивальди? Вивальди теперь не имеет к нему отношения. Только имя его в названии и осталось. Почему? У банка теперь новые владельцы. Люди. Это многое объясняет. Ясно. Да? Так, пара минут, хотелось бы поговорить, поиграть. Но я уже с тобой пока играл, ты неудачник. Так. Блин, вот мне надо того выиграть, чувака. И поговорить с банкиром Вивальди. Путешественник. Преступность на взлете. Горожанка. Жар. Что происходит? Там полным-полно чудовищ и нелюдей. Неудивительно, что там ги... Ясно. Спасибо. Помог. Антиквар. Чем? Подожди. Чё продаешь? Чё продаешь? Книжки. Но ты их не покупаешь. Копейки, правда, но покупает.
Так. Хорошо. Это было неплохо. Горожанин, горожанин. Кто это? Вот, лоточник. Что такое? Чё продаешь? Ага. Продаешь всякую ерунду. Типа колец, цветов, всякой такой хероты. Да? Шаль. Ну это для проституток. В основном. Дождя. Травница, травница, слышь? Приветствую. Что-то ты... А, ты чем-то... Чем торгуешь? О, ты... Держи. Я все равно их не ем. Хоть можно денег немножко поднять за это. Козье молоко. Держи. Ну, пускай это будет. Так. Ну вот, освободили одну ячейку. Это мы оставим. Вроде как похоже на полезное. Ласточки на зелье. Амела. Или амела. Ну, в принципе. Книга о полевых растениях. Книга о подземных растениях. Интересно. Дорого, конечно. Ну ладно. Эльфийка. Хочешь поиздеваться? Что? Или просто облапать? Отвали! Расист! Хочешь поиздеваться? Или просто облапать? Отвали! Я просто облапать. Ладно, я ничего не хотел с тобой сделать. Прекрати, истеричка. О, проститутка. Здорово. Привет, в смысле. Мне нравятся парни с характером. Да? Смотри, что есть. Ты шутишь? Да, чё ты такая, ну? Дорого, что ли? Сколько ты хочешь? 300 золотых! Иди нафиг! Босса, зови! Вот. Банк... А нет, стоп. Банком Вивальди мы уже займемся в следующей серии. А пока на этом всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до новых видео. Всем пока!